Звездный юбиляр народному артисту Украины, преподавателю кафедры кино и телевидения Международного гуманитарного университета Георгию Делиеву, 60. С юбилеем корифея комедийного жанра на заседании ученого совета университета поздравил президент вуза академик Сергей Кивалов. А коллектив единогласно поддержал предложение президента вуза о выдвижении кандидатуры Георгия Делиева на звание почетного гражданина города Одессы. Подробности в материале моих коллег. Насыщенный гастрольный тур по США позади, народный артист Украины Георгий Делиев снова в родном городе и Международном гуманитарном университете, который за короткое время также стал для него родным. В кругу коллег по вузу, актер и музыкант, художник и организатор множества ярких праздничных мероприятий принимает поздравления с юбилеем. В сентябре прошлого года на кафедре кино и телевидения факультета искусства и дизайна МГУ осуществили первый набор студентов по специальностям эстрадно-джазовый вокал и артист музыкального театра, мюзикл. Георгий Делиев – специалист, без которого этого бы не произошло. За весомый вклад в воспитание новой плеяды молодых артистов ученый совет вуза единогласным решением удостоил Георгия Делиева награды – звезды почета Международного гуманитарного университета. Георгий Делиев ворвался в Международный гуманитарный университет как преподаватель. И мы его все восприняли здесь как члена нашего коллектива. У меня такое впечатление, что он многие десятилетия работает у нас. На самом деле, вот когда мы открывали актерскую специальность, и он был одним из самых главных инициаторов, и он убедил, что давайте сделаем это, чтобы в Одессе мы получали музыкальное образование, чтобы мы готовили актеров здесь, я все свои силы и энергию отдам на подготовку этого направления. Помимо ценных подарков и цветов, юбиляра ждал еще один сюрприз. На заседании ученого совета МГУ Сергей Кивалов затронул важный вопрос. Коллеги-педагоги единогласно поддержали инициативу президента университета обратиться к мэру и городскому совету с просьбой о присвоении Георгию Делиеву звания почетного гражданина города Одессы. У меня есть идея очень интересная, которую я не озвучил. Я думаю, как вы отнесетесь к такому предложению, чтобы мы выдвинули Георгия Делиева, наш университет, на звание почетный гражданин города Одессы. Это будет справедливо, это будет правильно, и это будет воспринято нашей общественностью. Как вы к этому относитесь? Относитесь хорошо? Спасибо. Да, Сергей Васильевич и коллеги единогласно все проголосовали. То есть для меня это такая абсолютно... неожиданность, такая приятная неожиданность. Даст Бог, если так произойдет, то я постараюсь оправдать. Ну, по крайней мере, я живу в Одессе, и у меня было много возможностей уехать. И в другие города, и в другие страны. Несколько раз это возникало, но каким-то образом, по каким-то причинам я остаюсь здесь. И ну, не намереваюсь уезжать из Одессы. Я люблю Одессу. На торжественном собрании ученого совета МГУ поздравили также с днем рождения и коллегу Георгия Делиева, старшего преподавателя кафедры кино и телевидения Нину Кравец. У представителей, пожалуй, самого творческого направления университета еще много сил, идей и энергии, чтобы делиться ими с будущими актерами, режиссерами и музыкантами. Я ощущаю эту семью, я безумно рада, что я являюсь ее частью. И, конечно, да, мы будем идти вместе и открывать, совершать новые какие-то достижения, спектакли, концерты. И, конечно, я рада быть этой частью коллектива. И хочу сказать, что намерена отдавать всю себя, все свои знания, все свои таланты во благо и в честь процветания нашего университета. Как только начинается духовность, культура процветать, сразу экономика подтягивается. Сколько было попыток вот экономикой усилить экономику, не получается. Вот парадокс такой. А культура, то есть когда она немножко опережает, она идет впереди, она подтягивает экономику. Вот как, ну, такое явление происходит. Вот я в этом убежден. Поэтому, ну, к сожалению, государство не понимает этого. Я честно говорю. Вот. Но мы-то понимаем, и поэтому это очень здорово, что вы поверили в то, что вы рискуете. Вы, ну, я понимаю, это очень ответственный шаг. То есть вашу ответственность я абсолютно вот точно понимаю.
Отметим, что концертная практика является важной частью учебного плана студентов кафедры кино и телевидения Международного гуманитарного университета. В конце учебного семестра студенты организовали концерт, на котором продемонстрировали все свои таланты. В планах проведение целой серии джазовых концертов на лучших концертных площадках города, а также постановка джазового мюзикла, организацией которого займется лично Георгий Делиев. Виталий Хеми, Юлия Польнова, телеканал «Репортер».